Вот это ужас. Это ж какой надо быть дизайнером в душе, чтобы вот это все сдвинуть в один угол и насвинечить от души. Вот просто я не представляю. Я показывала неоднократно, как все выглядит, когда я поубираю. Салфетка лежит. Домик стоит вот здесь. Поилка здесь. Салфетка, блин, вся вот здесь. Это ж надо так стараться. Тянуть все это, поднимать, сдвигать. Вот это, кстати, тут гамнюшки у нас, да. Сейчас будем уборкой заниматься, а потом кормлением. Она говорит, да, есть. Какое, скажи, уборка? Я есть хочу, да? Хочешь? Скажи, хочу, хочу. Нюхает, нюхает. Дай что-нибудь. Дай что-нибудь. Сейчас, сейчас, не бойся, дам. Вообще, скажи, я самая голодная змея в этой вселенной. Дайте что-нибудь. Хоть чуть-чуть, скажи, да? Дайте, дайте. Промахнулась. Лови, убежит. Угу. Все, это поймала, не убежит. Дотянет как? Сейчас оторвет точно кусок. Ленте, ленте, упирается. Все, говорит, я его задушила. Все, на узел завязалась. Да, это, говорит, мое никому не дам. Все правильно. Не бойся, кроме тебя только кошка Зина такое жрет. Угу, в нашем коллективе. Да, я это точно не ем. Ну, сейчас хотя бы она так вот замоталась, что ей самой удобно. А то предыдущее кормление как-то вообще макраме получалось. А ротик у тебя как хорошо открывается. Прелесть. Сейчас, скажи, завидуйте молча, я быстро запихнусь. Да-да-да, скажи, я голодная, капец. Процесс пошел. Так что сейчас тоже за считанные минуты запихнется на ура. Только вот желательно размотаться немножко. Ну, пока ей удобно, пока все устраивает. Старается девчонка. Как дышит, можно обратить внимание на дыхание, как сокращается он, тело. Да, красотка? Ну, а как же, скажи, я живая, поэтому дышу, все нормально. Прямо анаконда. Зарулонилась, ой, как красиво. Как раз мы рисунком твоим всем полюбуемся. О, тебе точно там удобно? Нормально все? Ну, надеюсь, что да. Это, скажи, чтобы не подсматривали. Цензура, цензура. Сама прикрылась. Угу. Да, то там всякие начинают считать, что это жестокое обращение с животными. И так далее, и тому подобное. Скажи, это просто природное явление. Мы так кушаем змей. Все нормально. Глазки тоже как отсвечивают от вспышки. Бэтмен, конечно, у него шикарная вот эта вот картинка. Видели? На голове. Да. Сейчас, скажи, запихнусь. Сейчас. Ты не ты, когда голоден. Так что это недолго. Уже половину пропихнула. Тоже отлично видно, как поочередно то правой, то левой стороной челюсти. И видите, как вот наползает на кормовой объект. И когда начинают вот эти вот волнообразные сокращения, еще помогает и этим пропихивать. Так что. Поэтому быстро. Угу. Там мы с руками и то медленно едим. Еще и жуем. А тут, скажи, не жеваная глотаю. Да, кто не в курсе, змеи жевать не умеют. Они всегда глотают добычу целиком. Да, по-другому не судьба. И в сотни тысячный раз там вот писала, и опять сегодня. И молоко змеи не пьют, и не сосут с кору. Никакие на этой планете змеи так не умеют делать. Даже если вам очень сильно захочется. Все, мы покушали. Он говорит, Мурена ж ты моя радужная. Как же ты красиво переливаешься. Давай красоту наведем, людям покажем, чтобы свидетели были. Вот так это смотрится, когда все стоит по своим местам, все расстелено, чистота и красота. Ну вот, собственно, это ненадолго, бывает 2-3 раза в неделю приходится все это убирать и переделать, потому что девчонка реально затенится. Она вот говорит, я, говорит, еще хочу есть, говорит, дайте что-нибудь, дайте. Да нету, все, нету, я тебе говорю. Нету, палец будешь? Говорит, нет, я такую гадость не ем. Вообще, скажи, оскорбили морально и физически. Все, отдыхай. Вот твоя влажная камера. Угу. Имущество, все на месте.
переваривай, отдыхай. О, фонарики включила. Ух, дальний свет. Ух.